Доброго дня, шановні телеглядачі! Сьогодні в передачі «Молоде ТІВІ» з вами я, В'ячеслав Майборода. В рубриці «Цей реальний нереальний світ» я хочу представити вам фільм «Спочатку було слово». Минулого тижня ми вже розповідали вам, що цей фільм дасть вам можливість побачити своїми очима петрогліфи кам'яної могили, довідатись точки зору різних вчених з приводу походження цих написів. Отже, пропоную вашій увазі повну версію цього фільму. Разве мог предположить обычный преподаватель училища культуры, что однажды, прикоснувшись к тайне, придется окунуться в жизнь, полную приключений, открытий и загадок? Много еще мне предстоит узнать, и в погоне за истиной мой путь только начинается. Ступенька за ступенькой мы с вами будем подниматься из глубины веков, двигаясь от начала времен к новой эре. На пути нас ждут загадки истории, необъяснимые факты, правда и вымысел, мистика и реальность. Кто из нас не мечтал о путешествиях, приключениях, дальних странах? Мало кого оставляют равнодушными исторические фильмы и книги. Но почему мы знаем об истории других стран больше, чем о своей собственной? Много ли нам известно о жизни наших предков в дохристианский период? Все эти вопросы привели меня к изучению истории и этнографии. Мое увлечение у многих вызовет недоумение. Как-то это все несерьезно. Но этнография – это не просто коллекционирование легенд, обрядов, тостов, как это показал в своем фильме известный кинорежиссер Леонид Гайдай. Этнограф – это человек, который отыскивает и восстанавливает по крупицам историю своего народа. Наряду с археологией, этнография позволяет восстановить недостающие фрагменты истории быта наших предков. Как-то мне попалась на глаза легенда, записанная от нагайцев Борисом Михайловым. «Провинился чем-то богатырь Багур перед Аллахом». И тот наказал богатыря. Повелел вырвать руками из ближнего горного кряжа камни и сложить из них на берегу реки Молочной такой высоты гору, с которой во все стороны была бы видна степь. Исполняя веление Аллаха, Багур рвал из кряжа громадные камни, переносил их на себе и складывал один на другой в указанном Аллахом месте. Для скорейшего исполнения работы он прибегнул к хитрости. Неплотно складывал камни. Когда более чем наполовину работа была уже сделана, Багур, втаскивая глыбу, неосторожно оступился и провалился в умышленно оставленные им между камнями щели. Завяз там и умер от голода. Такое наказание постигло его за желание обмануть Аллаха. После этого Аллах повелел ветру засыпать песком все щели между камнями и закрыть тело богатыря Багура, кости которого и поныне находятся ущемленными между камней. Место же стало называться Камень-гора.
Еще одна из легенд о ссоре двух богатырей, которые кидали друг в друга скалы, имеет славянское происхождение. Это предание относилось к удивительному памятнику истории – каменной могиле. И находится оно не где-то за 3-9 земель, а на Украине, рядом с городом Мелитополем. Геологическая редкость таких образований способствовала распространению необоснованной идеи об искусственном происхождении памятника. И даже профессор Петербургского университета Александр Веселовский, исследуя памятник в конце XIX века, посчитал его насыпным курганом. Есть версия, что каменная могила – естественное образование. Когда-то, миллион лет назад, тут был гейзер, или по-другому – грязевый вулкан. Угасая, он сцементировал огромный пласт песка. В результате этого образовалась огромная глыба 200 метров в длину и 15 метров в высоту. Дожди, ветры и особенно река Молочная довершили работу. Глыба песчаника была изъедена пещерами и гротами. Когда же река обмелела, оголился холм, который и облюбовали древние охотники за мамонтами. Тут-то и начинается самое интересное. Все мы слышали, что древнейшие города и цивилизации относятся к так называемой индоевропейской общности. На это указывают общие корни языков индоевропейской группы. Ведь именно в Евразии начинает складываться та древнейшая культура, которая восходит великие памятники человеческой мысли, такие как Ригведа, Авеста, Махабхарата, Илиада и Одиссея. Стоит обратить внимание на сходство значений и смысла в корнях таких слов: пещера – по-ирански «мага», храм – по-албански «магуре», по-румынски «магура», по-гречески «мегарон». А на украинском языке «магла» и «могила» означает «холм» или «место захоронения». Хочется заметить, что колоссальное по объему и глубине литературное наследие хеттов, индоарийцев и авестийских иранцев в своей первооснове едины. Для краткости ограничимся сравнением имен божеств трех индоевропейских цивилизаций древности. В Ригведе упоминается Асура. Это парное божество, к нему относятся Митра и Варуна, борющиеся с девами. В Авесте – Ахура – божественные существа, которые борются против хаоса, тьмы и зла. На табличках хеттов тоже упоминаются асуры, как военное сословие, идущее впереди мирных жителей во время завоевательных походов. Следующие божества – Дева в Ригведе и Даева в Авесте – имеют индоевропейский корень «дейвос» – «небо». Термины, обозначающие Бога, встречаются и в именах главных богов – Зевс, Зевс. Индра, корень слова, вероятно, обозначал силу и плодородие, в Ригведе – бог грома и молнии, глава богов. Верховное положение Индры отражено в эпитетах «царь богов» и «царь всей вселенной». В Авесте имя Индры носит один из мелких демонов, упоминается Индра и на табличках хеттов. Агни, всем известный бог огня, передающий жертву костра, на табличках хеттов пишется как Агхи. Находите общее? Агни и наше славянское «огонь». Хотелось бы упомянуть высшего бога из Ригведы Вишну, который в древнеславянском пантеоне занимал такое же место и назывался Вышним богом. Также невозможно пройти мимо таких параллелей, как, сравните, Сива, Шива. Индийский Шива с санскрита «благой», «милостивый», является олицетворением разрушительного начала Вселенной и трансформации ее. Пять божественных ролей Шивы – создание, поддержка, растворение, сокрытие
и дарование благодати. С Шивой ассоциируется древнеславянский Сива. Наши предки верили, что Сива был богом Нового года. Также и наша Коляда. По Верковичу – бог зимы и защитник дома. Он имеет свой аналог в Ригведе – это ипостась Шивы Кали, который разрушает невежество, поддерживает мировой порядок, благословляет и освобождает тех, кто стремится познать Бога. Приведенные выше примеры наглядно показывают, что территория степей Евразии в 5-2 тысячелетии до нашей эры была землей, сформировавшей древнейшие из известных ныне религий планеты. Но где же колыбель индоевропейских народов? По этому поводу между учеными по сей день ведутся жаркие споры. В сферу этих споров неожиданно попала и наша каменная могила. С 12 по 9 тысячелетия до нашей эры в связи с резким изменением климата и катастрофическим вымиранием носорогов и мамонтов охотничья культура на территориях восточного побережья Черного моря резко уменьшилась. Осотоподобные пещерки каменной могилы служили жрецам этой культуры для проведения магических ритуалов. В неблагоприятных условиях все большую роль играли религиозные культы. На стенах гротов изображения стали уступать место магическим знакам. Эти знаки и были обнаружены первыми исследователями. Лингвисты-востоковеды пытались дешифровать изображение древнего святилища. Сначала уникальный специалист, языковед Левкашин, а затем шумеролог Кефишин пришли к мнению, что в петроглифах каменной могилы есть следы протошумерской письменности. Такое заявление – настоящая сенсация. Шумеры – это древний народ, некогда населявший территорию долин рек Тигра и Евфрата на юге современного Ирака. И неожиданное предположение вызвало настоящую бурю на страницах популярной прессы, а также привлекло к каменной могиле большое внимание. Ведь шумерская письменность 4-го тысячелетия до нашей эры, найденная на Ближнем Востоке, официально считается самой древней в мире. Кто-то вспомнил, что в середине 19 века английский археолог Лейярд обнаружил ассирийскую клинописную библиотеку с легендами, которые были практически идентичны историям, записанным в Библии. Изгнание из рая, спор между Каином и Авелем, всемирный потоп и многое другое. Но истории эти гораздо старше. Вспомнили и немецкого археолога Арно Пёбеля. Шумерологи и в наши дни учатся по книге этого ученого, а книга вышла еще в 1923 году. Много лет Пёбель прожил в Америке, но в середине 30-х годов он, как убежденный нацист, вернулся в Германию, где встретился с Германом Виртом, основателем и руководителем мистического общества «Ан-Энербе», которое занималось исследованием оккультного опыта цивилизаций прошлого. И что особо интересно, есть сведения, что они с 1942 по 1943 год работали в оккупированном Мелитополе. Что же их там заинтересовало? Это тайна, которую Вирт унес с собой в могилу. Мы еще вернемся к этой теме. Вот он, завораживающий мир тайны. Пройти мимо такой загадочной истории невозможно. И я в самом сердце каменной могилы, в ее гротах. Едва отделавшись от шока, я принялся исследовать каждый камень. Каменная могила на сегодняшний день содержит 87 исследованных гротов и пещер, в 65 из которых сохранились тысячи петроглифов, рисунков и символов. Петроглиф с греческого — резьба по камню.
Хронология петроглифов, которые открылись моему взору, охватывает огромный период, начинающийся с эпохи позднего палеолита, а это где-то 10-12 тысяч лет назад. Из огромного количества прочитанных трудов о каменной могиле я знал, что все современные методы не в состоянии адекватно датировать наскальные надписи и рисунки. А отсутствие какого-либо дополнительного археологического материала и уникальность многих изображений каменной могилы вынудило исследователей пытаться датировать памятник, исходя из различных трактовок самих петроглифов. Мне уже пришлось ознакомиться с историей изучения этого уникального памятника истории. Многие годы велась жаркая дискуссия о датировке изображений палеолитом, неолитом и даже энеолитом, то есть периодом от 10 до 3 тысяч лет до нашей эры. Дискуссия по существу свелась к вопросу, чем является один из самых крупных петроглифов – изображением мамонта или быка. Мамонт свидетельствовал бы в пользу палеолита, а бык – в пользу неолита. Выдающиеся ученые Даниленко, Бадер, Рудинский умерли в 70-80-е годы, оставшись при своих мнениях, продолжая по-своему называть грот со спорным изображением то грот быка, то грот мамонта. Владислав Рудинский отстаивал палеолитическую версию памятника. Для проверки его идеи мне пришла в голову мысль показать прорисовку петроглифа художникам, рисующим животных. Все они, не задумываясь, назвали этот рисунок мамонтом. Ни в самой каменной могиле, ни в непосредственной близости от нее не обнаружено человеческих поселений, которые можно связать с памятником. На основании этого исследователи делают вывод, что каменная могила использовалась исключительно в культовых целях, как святилище. Кроме этого, практически все изображения каменной могилы нанесены на внутренние поверхности каменных глыб. Их можно наблюдать, только проникая внутрь гротов, лазов и пещер, что также свидетельствует об их предполагаемой сакральности. На некоторых изображениях сохранились следы красной краски, которой они были разрисованы в древности. Во время пребывания в середине каменной могилы меня часто охватывала дрожь. Неужели люди, создавшие эти изображения, жили еще в каменном веке? А ведь тогда эти символы начертаны рукой человека за много десятков веков до рождения библейского Адама. Помните? Вначале было слово. И, возможно, именно это слово начертано на камнях каменной могилы. Нестандартный подход к интерпретации петроглифов предложил шумеролог Анатолий Кефишин. В 1994 году он исследовал этот исторический памятник. В результате ученый пришел к выводу, что изображения представляют собой протошумерские надписи. Я снова в потрясении. Действительно ли эти знаки есть не что иное, как зачатки письменности? Если так, то это, возможно, первые следы письменности на планете. Ученый считает, что расшифровал большинство известных изображений каменной могилы и приводит результаты своей работы в крупной монографии, которая так и называется «Каменная могила». После смерти своего научного руководителя, академика Струве, Кефишин находился в постоянной оппозиции к признанному лидеру советского востоковедения Игорю Дьяконову. Украинский археолог и общественный деятель Шилов оценивал работу Кефишина с энтузиазмом, а Дьяконов, по свидетельству газеты «Труд», называл выводы ученого бредом. Скажите, разве это научный подход? Анатолий Кефишин приводит подробные таблицы постепенной трансформации шумерских знаков. Исследования шумеролога так и не были опубликованы в научной литературе, а дискуссия вокруг них велась главным образом в популярной печати.
Но, по мнению ученого, есть основания полагать, что на каменной могиле обнаружены наброски эпоса о Гильгамеше, самого раннего письменного памятника в истории, той самой легенды, с которой частично списана Библия. Кефишин транслитерировал изображение, значащееся как «животное в зарослях». Он обнаружил часть текста, в котором упоминался суд воды над анунаками, с упоминанием имен богов, характерных как для шумерских эпосов и поэм, так и для Читалгуюка, самого древнего протогорода на Земле из известных и раскопанных наукой. Местонахождение раскопок – Южная Анатолия в Турции. Наиболее ранние найденные культурные слои Читалгуюка относятся к 8-му тысячелетию до нашей эры. Согласно выводам Кефишина, расшифрованные надписи, кроме анунаков, высших богов шумерской мифологии, содержат имена Думузи-Тумуза, который умирает, чтобы возродиться снова, бога небу Ану, богиню подводного мира Ниндару, а также одного из лунных богов Месламтеея. А суд воды, по мнению российского востоковеда, обряд, часто встречающийся в каменномогильных текстах. Суть его пока не разгадана. Возможно, он связан с архаическим обрядом потопления, когда умерших царей отправляли в первобытную стихию моря. А может, это относится ко всемирному потопу, нашедшему отражение в мировой мифологии. В шумерских текстах бог Энлиль-Палиль в таких начертаниях, как в каменной могиле, не встречается. Зато фигурирует на изображениях Читалгуюка, датированных Милардом 6200 годом до нашей эры. Только вдумайтесь в эту датировку. 62 века до Рождества Христова. Но надписи, дешифрованные на покрывале рельефного изображения богини, по своей структуре представляются более молодыми, чем в каменной могиле. Так что же первично? Изображение анатольского Читалгуюка или петроглифы каменной могилы? Важно даже само существование связи между двумя этими памятниками. Мы привыкли, что письменность на территориях современной Украины появилась всего 1000 лет назад. И вдруг, оказывается, более 8000 лет назад. Когда вглядываешься в петроглифы каменной могилы, сомневаешься в правильности современной датировки. Шунун, так называлась Поливкашину каменная могила в древности, в переводе означает «закон владычицы». Если принять точку зрения Юрия Шилова, то в этих камнях хранится древнейшая летопись планеты. В результате землетрясений многие фрагменты этого протошумерского архива уже погибли. Многие петроглифы тают буквально на глазах под действием выветривания. Некоторые из них уже можно разобрать только благодаря прорисовкам, сделанным первыми исследователями. Хочется обратить внимание на значение этого уникального памятника для всей мировой общественности. Ведь среди изображений каменной могилы встречаются такие, которые перекликаются с петроглифами Швеции и Карелии. К таким изображениям относятся серии круглых лунок, отпечатки человеческих следов и другие. Сходные по характеру петроглифы позднее я находил в самых отдаленных уголках планеты, даже на острове Пасхи. Однако основная масса петроглифов каменной могилы уникальна в своем роде. Тем не менее, прослеживаются связи с подобными памятниками по всему миру, и возникает масса вопросов, на которые у ученых пока нет однозначных ответов. Каменная могила – это памятник истории не менее значимый, чем египетские пирамиды. На отношение к нашему историческому наследию просто поражает.
Сегодня в гротах с бесценными знаками можно найти свидетельства современного вандализма. Интерес же к самому объекту в научных кругах, к сожалению, утих. А ведь, может, перед нами величайшее открытие эпохи. Увиденное ставит под сомнение многие истины, которые для большинства людей кажутся незыблемыми. Когда сравниваешь древние культуры на разных континентах, невольно приходишь к интересным выводам, меняющим всю хронологию современной истории. Но так ли все просто и однозначно? Решать вам. –